Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам остуду. У нас одна есть, ну, как тут правильно сказала, одна девочка, она уже старая, она одна. Это остуда немного другого направления. Она избавляет от страданий, возвращает способность здраво рассуждать, но она не такая жесткая, как-то годится для мужчин и для женщин. Я прочту текст. Кажется, он не имеет половой дифференциации. Я прочту. Это видеообряд, поэтому вам, опять же, ничего не надо делать. Просто смотреть видео и читать текст. Итак, заговор у нас такой. Я сделаю три прочтения. То есть вам больше ничего не нужно, просто открывайте видео и используйте для того, чтобы избавиться от мучений. За морем, океаном, на дальних берегах, в белых снегах, мать и прохлада живет. Она не плачет, не стонет, в слезах не тонет, не ищет, не скитается, по стенам не бросается, спокойно ночи спит, сердце ее не болит. Подойду я, ваше имя, к мате прохладе за утешением, со своим слезным прошением. Мать и прохлада, помоги, в беде моей утешь, сердце остуди, верни мой разум, охолони мою кровь, слезы осуши, успокой мою к имя человека больную любовь, чтобы и мне не метаться, по стенам не бросаться, ночи сладко спать, не плакать, не страдать. Поди, моя сердечная маята, на дальние берега, под белые снега, на сегодня, на завтра и навсегда. Аминь. За морем, океаном, на дальних берегах, в белых снегах, мать и прохлада живет. Она не плачет, не стонет, в слезах не тонет, не ищет, не скитается, по стенам не бросается, спокойно ночи спит, сердце ее не болит. Подойду я, ваше имя, к мате прохладе за утешением, со своим слезным прошением. Мать и прохлада, помоги, в беде моей утешь, сердце остуди, верни мой разум, охолони мою кровь, слезы осуши, успокой мою к имя человека больную любовь, чтобы и мне не метаться, по стенам не бросаться, ночи сладко спать, не плакать, не страдать. Поди, моя сердечная маята, на дальние берега, под белые снега, на сегодня, на завтра и навсегда. Аминь.
за морем, океаном, на дальних берегах, в белых снегах, мать и прохлада живет. Она не плачет, не стонет, в слезах не тонет, не ищет, не скитается, по стенам не бросается, спокойно ночи спит, сердце ее не болит. Подойду я, ваше имя, к мате прохладе за утешением, со своим слезным прошением. Мать прохлада, помоги, в беде моей утешь, сердце остуди, верни мой разум, охолони мою кровь, слезы осуши, успокой мою к имя человека больную любовь, чтобы и мне не метаться, по стенам не бросаться, ночи сладко спать, не плакать, не страдать. Поди, моя сердечная маята, на дальние берега, под белые снега, на сегодня, на завтра и навсегда. Аминь.